Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Рады вас приветствовать, Николай Григорьевич. Вот давайте касательно как раз воздушных целей, будем говорить так, потому что по информации Генштаба Вооруженных сил Украины, вот прямо сейчас, зачитываю, в 9.06 опубликовали сводку, за ночь сбито 42 воздушные цели, из них 39 шахедов, 2 беспилотника «Орлан-10» и 1 управляемую авиационную ракету «Х-59». Мы видим, что россияне меняют тактику. Они начинают наносить ракетные удары, насколько я правильно понимаю, запуская дроны «Камикадзе», даже больше не для того, чтобы поразить энергетические объекты, а для того, чтобы запутать украинскую систему ПВО. Расскажите, пожалуйста, борьба с таким, с такой тактикой Российской Федерации, какая она сейчас? Ну, в первую очередь нужно сказать, что мы мобильно реагируем против беспилотников и ракетных ударов, поэтому мы понимаем, что они действуют комплексно. В этой ситуации, конечно, мы задействуем различные вооружения, в первую очередь на базах пуска, это на Каспии, это аэродромы, это и подводные лодки. Вот поэтому в данной ситуации мы уже научились выявлять именно пуск, наносить удары и сбиваем ракет. Вот в отношении шахеда уже отработана целая модель тактической противовоздушных целей. Так сказать, это системы, которые активно выявляют шахедов на базах их формирования. Это космическая разведка, радиоэлектронная разведка. Это мы уже отработали системы их пуска, где они, с каких баз направляются в Украину. И, конечно, уже целая модель действия тактической зенитно-ракетных систем. Ну, мы уже активно осваиваем тактику, она меняется каждый день. Понятно, мы четко сориентируем, что именно российские и ракетные системы, и разведывательные, они пытаются выявить именно нашу уже новейшую систему защиты неба. Это, в первую очередь, от ракетных ударов. И мы, конечно, очень четко фиксируем, где являются места дислокации, например, бомбардировщики, которые запускают ракеты и наносят даже упреждающие удары, где имеются модели пуска, это, например, с Каспия, это Черного моря с кораблей и подводных лодок, и, конечно, это разведывательные дроны, или это, конечно, беспилотники, которые активно работают по нашей системе. Мы всю эту тему знаем, поэтому у нас очень гибкая система противовоздушной обороны, и то, что противник пытается ее разведать и пробить, уже не работает. Мы фактически, вот конкретные факты, например, направляют дроны для разведки, и параллельно это для нанесения ударов. Они даже думают, что именно нанесли 40 ударов дронами, где-то 5-10 порезать инфраструктуру или энергетический объект, это уже результат. Но уже мы так отработали многоканальную систему, что уже работают и средние, так сказать, системы как раз поражения, это, например, «Хаймерсы» и «Айрисы», и работают уже, извините, ракетные системы фронтового базирования или возле больших городов, или на стратегических объектах, и, конечно, даже такие точки, которые поражают именно с позиции уже, например, конкретных батарей, вот, подсвечивают конкретно и уничтожают. Поэтому в данной ситуации этот принцип уже не срабатывает. Мы видим, что эта тактика как бы пробивания нашей системы каждый раз работает, но каждый раз мы уже обнаруживаем на более дальних, так сказать, подступах и ракеты, системы пуска, которые не только осуществляют, например, на кораблях или аэродромы поднимают самолеты, и какие траектории направляются в Украину. Даже мы вот по всем информационным сообщениям уже знаем, например, час уже пошли ракеты. Соответственно, известны траектории. Соответственно, мы настраиваем наши системы противовоздушной обороны. Через несколько буквально часов мы меняем дислокацию, меняем радиусы действий. Соответственно, уже противник не может четко определить ту систему, которая работает. А тем более сейчас, когда создаем уже новые системы, противник пытается узнать, а как же будут работать новые комплексы, например, там НАСАМС, которые получили. Например, системы противовоздушной обороны Франции и Италии очень эффективно поступают, где они будут задействованы. То есть мы, ну, в любом случае, мы комбинируем, и так вычислить наши системы и пробить их будет очень сложно.
Мы можем предсказать, что вот нынешние действия Российской Федерации, ну, скажем, делаются больше с целью разведки даже? Ну, я больше скажу, с целью устрашения. Вот сейчас основная стратегическая задача вот этих всех ударов, и особенно на праздники, как мы вот четко чувствуем, это позиция Путина лично, я прямо скажу. Суровикин, все это исполнители. Устрашать людей для того, чтобы мы где-то, ну, были растеряны. Вот. Особенно важно то, что Путин не может смириться, что дух украинца насколько высокий, что объединяет людей на защиту, что его нужно подавить любым способом. Поэтому думают массовыми ударами и шахедами, и ракетами. Думают, что люди будут именно растеряны, будет паника, будут протесты против войны, будет давление на руководство Украины в отношении проведения переговоров на условиях России. Эта тактика уже не работала, не работает. Вот последние даже удары показали наоборот. Люди не только обозлены на Россию, готовы дальше с ней воевать, а уже даже прямо в процессе нанесения удара не прячутся, а прямо или прямо взывают и обзывают любым способом Путина или славят вооруженные силы. То есть уже работала наоборот. Но в России, я знаю, самое главное, и Путина, и все руководства, они не могут понять, как это может быть, смириться. Поэтому дальше идет именно и нанесение ударов для запугивания, и для возможных, так сказать, большого числа ударов, часть, в которую попадет, это тоже предусматривает, что да, пускай 80% будет уничтожено, но 20% уничтожат, например, энергетические объекты или гражданские объекты. С другой стороны, конечно, это и разведка от наших систем ППО. Вот. Ну и, конечно, демонстрация российским военным руководством, что они работают, они действуют каждый день. И вот эти все три дня, которые наносили удары, это еще отчет перед Путиным, что удары наносились, вся задача выполняется. Ну то, что она выполняется наоборот, об этом Путину никто не говорит. Юрич, какое вооружение, точнее нет, никакое, а есть ли у Украины нужное вооружение для того, чтобы поражать глубокий тыл противника? Глубокий тыл, я имею в виду, и на территории Российской Федерации. Ну, мы вот сейчас переходим к той уже системе и модели, которая реально показывает, что мы уже поражаем такие цели. Энгельс – это просто такой индикатор. Вот, несколько, два раза. Энгельс находится за 800 километров. Это очень, это очень далеко. Москва. Это дальше, чем Москва, если мы берем от границы уже ведения боевых действий. Поэтому в данной ситуации это один из объектов. Мы помним Крым, нанесли удары по Белгородской, Ростовской, по другим очень таким важным объектам, где действительно не работали американские системы, например, там Хаймерса на 80 километров. Это уже 800 и больше. Скажу, сейчас очень важная составляющая, то, что мы уже имеем наши собственные очень эффективные ракетные системы, которые бьют и на тысячу, и больше километров. Наши ВПК может потенциально и сейчас вырабатывают ракеты, которые дают возможность поражать цели за 1000-2000 километров. А если мы говорим о Южмаше, 15 тысяч километров. Поэтому это все сейчас в осваивании новых систем, которые давно разработаны у нас были, их быстрое производство и постановка на боевое дежурство. Вот это перспектива сейчас нанесения удара по любому объекту на территории России, где бы она ни находилась. Сейчас начинаем 800, где-то 1500 километров, а дальше уже не будет целей, которые мы не можем поразить. Это цели пуски ракетных систем, это аэродромы, это размещение в любой точке, так сказать, Черно-Азовского, даже Каспийского моря, ракетных систем, которые они сейчас запускают по нам. Вот, я думаю, такая перспектива. А это очень мощный контрудар, который пока что без карма, как мы говорим, невозможно, так сказать, запускать ракеты. Особенно сейчас, когда эти удары, вот как раз, ракетные, шахедные, это бьют по людям, по живым домам, по энергетической инфраструктуре, это четко, еще раз подчеркиваю, юридически квалифицируется как терроризм и геноцид. Во всем международной законодательной практике и национальных, так сказать, законодательств четко предусмотрено. По террористам бьют не считаясь ни с чем. То есть их нужно просто уничтожать.
Новый год всегда психологически воспринимается как рубеж чего-то и переход на какой-то новый этап, в новый период. Но ведь это применимо и к военным действиям, потому что до Нового года конкретно у Российской Федерации, у военного командования Российской Федерации были определенные цели, тот же Бахмут, которые, конечно, не были достигнуты. И скажите, вот сейчас, в 2023 году, можем ли мы говорить, что в самом начале мы уже переходим на новый этап ведения войны, либо же все-таки это более затяжной процесс? Я хочу сказать, что мы прошли ряд этапов уже, конечно, не только победы в плане обороны, недопущения захвата и столицы, например, и крупных областных центров, но, конечно, это очень важно, то, что мы провели ряд наступательных операций стратегического уровня, особенно Харьковское направление, Южное направление. Это уже переломный этап, и поэтому Новый год – это как раз и переломный этап именно не только стратегической психологии, что мы можем побеждать агрессора и побеждаем. Это как раз этап именно смены психологии, что мы можем наступать и освобождать территории полностью нашего государства в этом году. Этот формат очень важный, когда психологически для бойцов и командиров уже есть позиция, что мы готовы к освобождению нашей территории, освобождение наших земель, нашего народа, это первая составляющая. Вторая, конечно, то, что Новый год покажет, что мы осваиваем и эффективно новые технологии, высокоточное вооружение, которое будет уничтожать противника в следующем. В свою очередь, также стоит отметить и стоит добавить, что сейчас очень немаловажным остается тот факт, что украинские военные, вооруженные силы Украины имеют возможность поражать глубокий тыл на временно оккупированных территориях, что является приоритетом. В свою очередь, в Макеевке, в Генштабе вооруженных сил Украины подтвердили, что поразили, это Макеевка, это Донецкая область, поразили пункт дислокации российских военных, вследствие чего там огромные потери. Это поражение и этот удар, он осуществлялся в канун как раз тоже Нового года, в конце 2022 года. И по разным источникам, разной информации, более 400 человек либо пострадали, либо погибли. Это все военнослужащие Российской Федерации. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, в данном случае, вот если мы видим, что и разведка украинская знает, где, по каким дорогам ведется пополнение топлива дизельного для заправки танков, боеприпасов, реально ли вовремя, точно и метко поражать не боевые склады уже с базирующимися снарядами, а непосредственно перевозку? Есть ли возможность уничтожать вот эти цистерны, вот эти фуры, которые везут боеприпасы, ну, условно говоря, на ходу, чтобы они не доехали до этого, до этих складов? Вот как раз новый этап предусматривает то, что мы сейчас уже нацелим свои основные удары на системы коммуникации, которые перевозят танки, БТРы, цистерны с горючим, личный состав, самое главное, который сейчас будет двигаться там десятки, возможно, сотни тысяч. Именно очень важная стратегическая составляющая сейчас уничтожить на подъездах, на подходах за 200, 300, 500 километров именно вот эти все силы и горюче-смазочные материалы, запчасти, вот, боеприпасы, которые будут двигаться на и не только железной дорогой, вот, но и тягачами, вот, различными, так сказать, авиационными моделями, которые будут перемещать особо важные грузы, например, грузовые как раз самолеты. Вот тут уже сейчас отрабатывается новая модель вообще войны в отношении того, что мы уничтожаем всю, так сказать, составляющую поддержки войск, их просто-напросто, как и по Херсону, лишаем им всех запасов на подъездах, на подходах и на подвозах, и, соответственно, они оказываются просто-напросто обескровленными и безоружными. Это очень важно. А затем легко их можем или окружать и наносить удары, и фактически освобождать территории, или они сами будут, как по Херсону, уходить вот с радийских объектов. Я думаю, что эта тактика очень важна сейчас, апробирована уже у нас на юге, будет дальше работать и на востоке, и на южном направлении. И стоит отметить также еще стратегию вооруженных сил Украины в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, освобождение южной части Украины, насколько оно затрудняется в силу
степной местности, в силу болотистой местности. Вот если брать как раз левобережную часть Херсонской области, это там, где очень много водоемов глубоких, пески, сыпучие, ну, образно говоря, сыпучие пески, да, и степная местность. Объясните тут, в чем сложность, пожалуйста. Ну, первое, конечно, самое важное сложность, что, конечно, агрессор подтянул часть резервов, и особенно Запорожскую область, и готовит систему укрепления рубежи. Они не критические, я прямо скажу, для нашей именно и авиации, тем более ракетных систем. Это не период Второй мировой войны, когда атаковали в лобовую. Вот. Но действительно, вот как раз такой период потепления, он создает условия осложнения для продвижения танков, боевой техники, колесной особенно, вот, направлениях, так сказать, и проведения возможных и окружных ударов, фланговых ударов. Поэтому, скорее всего, будет зимний период, когда будут создавать более четкие условия для проведения не только, как мы только что говорили, ударов по инфраструктуре и по резервам армии противника, но и, конечно, проведение активных, маневренных наступательных операций. Вот тут важно, чтобы именно мы могли сейчас действовать средства, которые дадут возможность, например, освободить именно Мелитополь, Бердянск. Это сейчас есть возможность в период зимних холодов эти операции проводить. Для этого действительно наша команда концентрирует силы и средства. И, конечно, тут уже мы не можем говорить о конкретике, но в принципе, мы можем говорить о том, что зимой мы можем спланировать такие операции, которые позволят и неожиданно для противника нанести и тыловые удары, и фланговые удары, конечно, и тогда уже развивать наступательные операции на этом направлении. И когда противник уже, соответственно, не сможет активно маневрировать, тем более защищаться, мы можем создать условия для больших наступательных операций по всему югу. Вот, например, от Запорожской области, левобрежья Херсонской области, и никакие пески нам не будут мешать. Во-первых, зима, мороз, он даст возможность нам передвигаться. Мы не будем заходить в условном плавне, нам нечего там пока делать, потому что в данной ситуации это наша местность. Мы знаем хорошо, где есть проходные пути, где мы можем маневрировать на противовес противнику, который далеко, так сказать, не владеет ситуацией глубоко. И, соответственно, я думаю, что нам не помеха будет в зимний период провести такие операции, только хорошо подготовленные и, конечно, с очень хорошей техникой, вооружением и, конечно, боеприпасами. Что сейчас критически важно, то, что обсуждал президент США, но я думаю, что сейчас должны в десятки раз увеличить поставку боеприпасов, особенно артиллерийских систем, ракетных систем, потому что это основная сейчас модель для подавления противника и начала наступательных операций. Как на юге, так и на востоке, так и удержать Бахмут, а затем проводить контрудары. Николай Григорьевич, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру и, как всегда, предоставили нам интересную информацию, мнение. До новых встреч в новых прямых эфирах. Напомню зрителям, что Николай Григорьевич Муламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, был с нами на связи.